Видео включай. Включай. Ты делай, под чем там делает? Играет. Лицо играет, все, сидит на телефоне. Кричи, не кричи, я звук записываю. Ты помедленнее, чтобы он не видел, чтобы он хоть лицо-то видно. Вот так приди, автомат забери и все. Вот так у нас милиция. Работает. Паша, назад сделай. Работает. Вот. Автомат на машине, бери, не хочу. Назад сделай еще. Вот, вот, вот. Вот. Во. Так поставь, поснимай. Во. Видишь, как хорошо. Надо, чтобы туда вышел. Вот сейчас кто-то выходит. Паша, назад сделай. Ты тут на машине подъедь, схвати и уедь. Да, 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 да. Да даже подойдешь вот так мимо, ты идешь, вот сейчас мы заходили, считай. Вот в интернет вы сейчас выложите это все, это вообще капец. Паша, буквы на машине наведи. Кто это? Чья это машина? Ну-ка тихонько. Полиция, город Чусовой. Какой край? Вот. Ну-ка сними, как он играет. Это не в неведомственная охрана. Ну какая разница-то? Где он? Сам был лицо его. Вон, вон. Лицо его. Он сидит на телефоне и играет. Вот сейчас можно спокойно интернет выложить. Паша, давай выложим. Ты все? Нет, еще назад сделай. Номера его машины как-то. Да, назад сделай. Да, я делаю. Олег Кузнецов. Как? Выложи. Нормально. В интернет выложить, как они работают. Как у нас милиция работает, а потом откуда у всех оружие? Играет на телефоне. Нормально. Телефон все, значит. Ну а что? Никто не вышел? Вышел еще. Они поехали. Автомат лежит. Тихо, отойди, отойди, отойди. Дурки. Они отъезжают. Не кричи ты ничего. Там, видимо, водила сидит. Так двое их сидит. Двое их сидит. Баба идет, увидела. Нет. Увидела. Что у нас классно пошло? Сказать товарищи милиционеры.